Сенсорную комнату для детей с ОВЗ в теплом доме оборудовали на грант с конкурса «Серафимовская школа служения». Также закупили инновационные тренажеры и развивающие устройства. Опытом по реализации гранта Центр социальной помощи семье и детям поделился с коллегами из Выксы, Кулебак, Арзамаса и Вознесенского района. В городе у нас для таких ребятишек не так много чего создано. И все услуги, которые предлагают вот частные специалисты, они дорогостоящие услуги, а в нашем центре ребенок может обслуживаться бесплатно. И у нас в этом году вот мы активно это оборудование осваиваем. Сенсорную комнату оборудовали всеми необходимыми устройствами и материалами. Сейчас там есть интерактивные песочницы, сухой бассейн и фибродуш «Молния». Положительный эффект для детей с ОВЗ оказывают и современные развивающие тренажеры. Развивают все познавательные процессы ребенка, и память, и внимание, и восприятие, и мыслительные операции. И очень благотворное влияние оказывают на эмоционально-волевую сферу, учат ребенка контролировать себя, процессы, которые происходят у него в организме, управлять своим телом. Учреждение реализовало грант на сумму около 1 000 000 рублей. Напомним, что конкурс «Серафимовская школа служения» проходит при поддержке госкорпорации «Росатом» в рамках развития кластера «Арзамас Дивеево-Саров». Светлана Ярунова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.